Всем привет, с вами Владимир, и сегодня я хочу собрать квадрокоптер на 225 раме под 5-дюймовый проплый. Хочу его собрать под INAV. Буду использовать комплектующие, это MATEC 405 STR. Видеопередатчик у меня будет тоже от MATEC на 600 мВт. Антенна буду использовать Pagoda 2. Камера у меня будет с Runcam Split 2S. Сетапчик будет неплохой. Сейчас мы взвесим, сколько она весит, вот прям так вот. Потом соберем и опять взвесим. 72 грамма. Ну, неплохой вес. Соберем, посмотрим, что получится у нас. Итак, с чего мы начнем? Ну, давайте ее разберем для начала. Размеры 30,5 на 30,5. Я уже, кстати, вставил резинки, но заранее, что на это время тратить. Итак, буду использовать болты для крепления полетника и видеопередатчика MATEC таким вот образом, через вот такие вот гаечки, таким образом. Поэтому жарить на нем я сильно не буду. Ну вот, это мы собрали. Давайте примерим. Полетим таким образом, установим. Да, хорошо, отлично. Будет здесь. Сейчас сюда я припаяю провода и выведу вот сюда. И закреплю их здесь. Мне так больше нравится. Я, в принципе, реализовал на одной из моделей у себя. Сейчас покажу. Вот, как видите, вот провода, значит, припаял. Все это у меня вот сюда вниз под полетником ушло. И сюда пошло, и здесь закрепилось. Очень хорошо держится, мне нравится, когда, если даже краш какой-нибудь произойдет, то не срывает полетный контролер с места. Ну, в общем, мне так больше нравится. В общем, фишка в чем моей рамы, то что мне вот здесь именно нужно было это место, чтобы закрепить XT60 таким образом. Я вот там специально дырочки пропилил. И вот таким образом мы сейчас закрепим. Хорошо, отлично, мне очень нравится. Тянем. Так, и вот нам надо залудить площадки, которую мы будем припаивать. Хорошо. Ну что, покрываем теперь лаком. Такая кисточка у меня боевая. Покрываю пластик 71 акриловым лаком. Низ. Оп. Мы сейчас низ покроем лаком, а сверху уже после пайки.
Пойдет. Ну вот она у нас подсохла. Прошло минут 15, наверное. Пойдет. Сейчас залудим провода компаса. Идет. Зеленый прибавим к СКЛ. Начнем с желтого, чтобы удобно было. Оп. И все. И этот тоже так же. Замечательно. Отлично. Давайте чуть-чуть еще промажем здесь нашу пайку. Отлично. Так, пока стороночку берем. В общем, я за кадром немножко переделал. Поставил подвинши, это 25 миллиметров болты. Да, в обычном хозяйственном магазине купил, немного шляпки посточил, чтобы оно хотя бы не выпиралось, потому что они большие. И вот такими два болтика сместил под толщину провода. Да, пойдет нормально. Так, давайте примерим, как это у нас все будет. Оп. Отлично. Контакты надо зачистить. Берем пока в стороночку. Пойдет. Так. Устанавливаем полетник. Давайте наживим. Знаете, чем забыл я, наверное, да, я забыл подложить под барометр губку. Аккуратно вытаскиваем. Губочку подложим. У меня от камеры есть такая вот. Оп. И кубиком. Квадратиком. Квадратиком. Все это я делал вот так вот. Так вот у нас это будет хозяйство. Так, теперь возьмем фиксатор. С этой стороны тоже чуть-чуть. Оп. Теперь мы контрагаем это все дело. Отлично. Отлично.
заведем. Запаяем это все дело. Отлично. Идет. Превосходно. Вот так у нас полетник уже встал. Так, дальше мы будем устанавливать рункам Split 2S. Так, что нам понадобится? Давайте эту же влагу защиты обработаем. Ну и все, дадим этому всему делу просохнуть. Друзья, ну я думаю, пока у нас платка подсыхает, давайте, наверное, установим моторы. Вот у меня есть вот такие вот моторы. И есть моторчики. Вот такие. Давайте, наверное, взвесим, что полегче, то и поставим. Ну, это, конечно, Т-мотор хороший, 2450 кВ, а эти 2306, а эти 2305 моторчики. Эти у нас на 2400 кВ. 2400 и 2450. Не знаю, прям. Так, эти моторчики весят 33 грамма. Т-мотор весит 24 грамма. Наверное, Т-мотор поставим, да? Все-таки они легче. Побольше стегранников. Да, отлично. Чуть-чуть буквально.
Ну вот я прикрутил моторчики, взял такие, они весят 25 грамм, у меня бэушные, но они еще рабочие, хорошие моторы, нормальные. И вот регуляторы ноунейм. Надо будить, наверное. Оп. Заудим. Вот я уже заудил контакты, припаял уже вот здесь к моторам. Везде вот использую скотч. Двухсторонний. Вот таким вот образом. Хоп. Припаиваем. Отлично. Очень хорошо. Превосходно. Все, моторы вставлены, припаяны, регуляторы тоже. Сейчас давайте все дело соберем. Значит, здесь у меня будет стоять камера. Так, свернем косичкой. Поплотнее. Здесь вот, вот таким вот образом заведем. Минус, точнее. Плюс, а минус. Минус таким вот образом заведем. Сюда. Оп. Отлично. Обрежем лишнее. Пойдет. И плюс сюда. Тоже лишнее обрежем. Идет. Все дело зачистим. Залудим. Идет. Идет. Теперь это все сюда дело так. Хоп. Вообще прекрасно. И здесь также сейчас припаяем. Просто превосходно. Аккуратненько так положим. Сигнальный провод также лишнее отрежем. Это нам нужно. Контакт зачистим. Минус побольше можно, а это поменьше. Сигнальные дело залудим. Отлично. Пойдет.
Теперь минус. Кидаем на минус. Аккуратненько так вот. Замечательно. Сигнальный провод уже залудим. Вот что у нас получилось. Ну вот, друзья, я припаял все контактики сюда, 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 сюда. Ну, плюс к плюсу, минус к минусу, сигнальный к сигнальному. Давайте сейчас прилепим бузер. Сюда вот образом так. Хоп. Не нужно. Думаю, так будет хорошо, чтобы у нас не ерзал. Мы, наверное, скотч двухсторонний еще сверху прилепим. И тогда у нас никуда не денется. Вот так вот. О! Все. Наглухо. Как у Анушки в аптеке. Все, бузер на месте. Бузер. Давайте его припаяем. Черный это у нас минус. Ну и вот сюда сейчас. Отлично. Все, вот так вот скрутим. И сюда положим. Вот сюда. Все. Так, давайте теперь припаяем питание к нашему GPS модулю. Так, это у нас RX3X. Значит, минус. Отлично. Плюс 5 вольт. Отлично. И теперь я повешу GPS, сейчас посмотрю. Какой цвет на TX, на RX. В интернете, кстати, все это есть. Я не буду это прикладывать, ничего. Оно как бы и не нужно. Белый у нас RX. Значит, мы его вешаем на TX. Это белый TX. А на RX. RX у меня вот здесь под сигнальным проводом. Пятый UART. Аккуратненько сюда сейчас припаяем. Отлично. И белый на TX 5. Отлично. Все держится. Посмотрим повнимательнее, чтобы у нас в полете нигде ничего не отвалилось.
Хотя мне еще оранжевый, что-то не очень не нравится, как я его. Припаял. И еще раз его сейчас припаяю. О, вот сейчас это будет как надо. О, отлично, отличненько, отличненько. Ну, кондёр мы попозже припаяем, когда полностью соберем все. Так, ну что, переходим, наверное, к нашей камере. Вот сюда мы припаяем, штуку возьму, третью. Так. Итак, заудим контактные площадки. Контактные. Отлично. Минус. Хорошо. И видеовыход. Тоже прекрасно. Так, я тут подготовил заранее проводки. Было. Теперь давайте сюда вот так вот припаяемся. Значит, видео у нас будет желтый. О, прекрасно. Сейчас мы это все делаем. Припаяем сюда, значит, пять вольт есть у нас. Ой, камера есть. Минус. Прекрасно. Все. Вот так вот все будет хорошо, я думаю. Так. Теперь надо нам видеопередатчик припаять. У меня тут, ну, уж как-то такой боевой. Так. Припаяем, значит. Будем использовать TX3. TX3 белый у нас пойдет. Так, минус у нас. На минус пойдет. Оп. И видео, видео. Отлично. Давайте припаяем к видеопередатчику это все дело. Третерку возьму тут, чтобы он у нас стоял. И это все дело приколхозим. Значит, видео у нас. Значит, это у нас минус. Минус видео и TX. Минус. Так. Видео. Отлично. Здесь немножко косяк. Надо было не на TX, а на RX вешать. На третий UART. Сейчас перепаяем. Тут колхоз. Вот сюда. Оп.
нас получилось. Это так. Это тоже так пойдет. Это мы так все дело сюда потом замазлячим. Ну что, теперь резинки нам надо ставить. Теперь у нас он должен вот так вот встать, вот, да, вот так вот встанет. Отлично, вообще, как надо, как у Анушки в аптеке, только мы забыли. Родить туда питание, вот так вот. А вообще прекрасно, мне очень нравится, как получилось. Друзья, все это дело я разобрал, забыл совсем, нам надо же было еще приемник припаять. Я использую Farscry приемник R9 mini дальнобойный. Ну, я вам скажу, что не очень дальнобойный, ну пойдет. Смарт-порт вешаем на TX. Давайте, наверное, это все припаяем сейчас. Запитаем, проверим, что у нас все работает, все показывает. И потом уже его залокируем. Отлично. Так. Обязательно антенку поставить, чтобы не спалить. Передатчик. Вот он. Пагода. Третья. 3B. Называется. Ну что, друзья, пробуем. Маленький аккумулятор 3S. Ну что, вроде что-то заработало. Все работает, как видите. Отлично. Значит, собрали все правильно. Все, теперь это дело можно залокировать и собрать. Друзья, ну вот, я его собрал все в кучу. То, что мы до этого припаяли, изолентой замотал, регули. Стоечку только поставил, но мне, конечно, терпела не один краш, переломанная вся, но и запаял, в принципе, не будет складываться. Толщины достаточно, чтобы рюкзак положить. Антенка вот такая вот, купленная была на AliExpress, по-моему, не знаю. Ну, в общем, получился неплохой, мне нравится. Давайте посмотрим, сколько она весит. Так. 306 грамм. В принципе, я думаю, то, что здесь еще модуль стоит и рукам сплит стоит. Это неплохой вес.
Друзья, ну на этом сборка у нас закончилась. Как видите, по фотографиям получился неплохой сетап. Весом 306 грамм. Мне он очень понравился, как это на этой раме все собралось. В следующем видео мы его настроим. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другое видео. Всем пока.